Так, это видеогайд по поводу второго в игре метода легкого заработка денег на основе метода РНГ. Так, так же как и предыдущий, он будет основан на текстовой части и просто будет пояснением к ней. Итак, телепортируемся в нужную локацию и бежим туда, куда нам нужно. Итак, вот тут показан путь. Как нужно добраться до того места, которое является отправной точкой во взятии данного сундука. Телепортируемся. Тут каких-либо пояснений не нужно, поэтому я просто помолчу. Так, вот мы практически пришли. Следующая комната вот эта и есть та, в которой будут находиться сундуки. Здесь обитают три дракона, от которых нужно избавиться, чтобы они не мешали в дальнейшем. Так. Вот мы прибыли в нужную точку. Дальше. На листе заполняем поля согласно данным оставленного участника. Так, сначала оставляем участника, который знает магию Пьюр. Так, как я и писал, убеждаемся, что у него нету Регина или Авторегина. И экипируем ему что-нибудь, чтобы можно было видеть ловушки. Так. Соответственно. Далее. Заполняем на листе соответствующие поля согласно данным оставленного участника. Итак, ну, у меня уже заполнено. То есть уровень 99, магическая сила 94. Уровень 99, магическая сила, третья характеристика снизу в атрибутах 94. Серия Anti-Magic Glove ставим Yes, поскольку вся доска лицензии изучена, значит лицензии Serenity тоже активированы. Далее в полях соответствующих прописываем Yes, No, 5 и 65 тысяч. Тоже уже прописано Yes, No, 5, 65 тысяч. В поле шанс спауна сундука вводим 5 и выделяем позиции. Тоже 5, выделяем позиции.
Следующий. Определяем свою позицию обычным методом. Определяем. Два, 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 три. Два, три, девять, один. Так, позиция, на которой мы находимся, 607. Выделяем ее. Далее, продвигаемся до позиции на 2 выше любого красного числа. Ближайшее к нам красное число на позиции 615. На 2 выше позиции 613. Сами мы находимся на позиции 607, нужна нам позиция 613. Соответственно, нужно продвинуться на 6 единиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Заходим в комнату сундуком, сундук будет там. По пути до сундука не наступаем в ловушку, поскольку она сдвигает счетчик. Вот он наш сундук. Так, по листу мы продвинемся на 3 позиции. Соответственно, если мы заходили с позиции 613 и продвинулись на 3, то мы будем на позиции 616. Так. Продвигаемся на позицию с устраивающей суммой денег и открываем сундук. Устраивающая сумма денег. Ищем, ну, к примеру, 51, 30, 38 вполне устраивает на позиции 636. Так, мы сейчас на позиции 616, а нужна позиция 636. Соответственно, нам нужно продвинуться на 20 пунктов по листу. Что и делаем. 10, 20 и открываем сундук. Так, как написано, выходим с комнаты обратно, не попадая в ловушку, и по листу мы продвинемся на 2 позиции относительно той, с которой этот сундук открывали. Сундук мы открывали с позиции 636. И если мы продвинулись на 2 позиции, то мы сейчас на позиции 638. Теперь снова повторяем пункты 5-7. То есть снова продвигаемся на позицию на 2 выше красного числа. Ближайшее красное число позиции 662, соответственно, где выше позиция 660. То есть нам нужно преодолеть 22 позиции. 10, 11, 12. 22. Снова подбегаем к сундуку здесь и снова смотрим, какая сумма денег нас устраивает. Мы заходили с позиции 660, продвинулись на 3.
То есть оказались на позиции 6-6-3. Смотрим, что из ближайшего нас устраивает. Устраивает позиция 697. То есть разница в 34 позиции. Снова продвигаемся на данное количество позиций и открываем сундук. 10, 20, 21, 32, 33, 34. Ну и, собственно, так повторяем до тех пор, пока не будет набрана нужная сумма денег. Как бы на этом все. Спасибо за внимание.